вставьте ручку для переноски в специальные пазы корпуса мойки. Используя саморезы, зафиксируйте на корпусе мойки ручку для переноски. Установите держатель для шланга высокого давления и закрепите его на ручке с помощью саморезов. Вставьте держатели для пистолета и крючок для кабеля в специальные пазы на корпусе мойки. Используя резьбовое соединение, зафиксируйте шланг высокого давления в выходном разъеме для воды. Соедините между собой обе части пистолета-распылителя. Используя резьбовое соединение, зафиксируйте шланг высокого давления в соединительном разъеме пистолета-распылителя. С помощью быстросъемного механизма вы можете менять форсунки для различного типа распыления струи воды. Теперь мойка готова к эксплуатации.